Свое дело каждому. В Химкинской торгово-промышленной палате для начинающих бизнесменов организовали бесплатный обучающий семинар. Чтобы дать жизнь идее, приносящей доход, предпринимателю необходимо знать основы законодательства, найти источники финансирования и решить массу других вопросов. Как начать бизнес, узнала наша съемочная группа. Семинар для опытных и не очень. Ирина Колпакова – предприниматель со стажем. У женщины уже есть свой бизнес, а к нему несколько вопросов. Для развития дела проблемы надо решить. Это будет консультационно-образовательный центр. Вот. Я хотела бы, скажем, вот, некоторые уточнения, потому что на поиск информации уходит очень много времени. Половина из тех, кто новичком приходил на семинар, уже имеет свое дело. Но помощь нужна и тем, кто совсем недавно зарегистрировал фирму и арендовал помещение. Для того, чтобы они акцентировали внимание на правильном заполнении договоров определенных, документов, знали о том, когда нужно уведомлять о начале предпринимательской деятельности, знали, где получать лицензии соответствующие, ну и в дальнейшем, как вести себя правильно при проверках. В прошлом году внимание торгово-промышленной палаты было сосредоточено на тех, кто работает на дому и без оформления. Многие из них решили узаконить свой бизнес. По прошлому году более 40 предпринимателей воспользовались таким мероприятием, как гранты начинающим предпринимателям. Давали как компенсацию за, к примеру, там, аренду, за закупку автотранспортных средств. Растущее число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей говорит о том, что люди видят перспективу, и программа помощи малому бизнесу действует. Юлия Арянина, Татьяна Костанда, Валерий Алексеев, служба новостей.